точки. Где увеличение? Вот. Целая арта уточек. Уточек. Что-то ищет, покушать ищет. Клюет, сука. Жестко клюет. А там утки, блядь. А пугать неохота. Я надеюсь, вы не мой корм пришли жрать. Дима, это к тебе пришли в гости, я как понимаю, да? Ну-ка, пацаны, захавали все, что у него там есть. Ну, удочку-то не надо ломать, пацаны. Слушай, это, походу, за твоим кормом пришли. Они вокруг все объедают. Опарыши только не трогайте. А чем их кормить можно? Не знаю. Они хлеб едят? Они эти. Все, валите, валите отсюда. Черешков едят маленький. Или семечки. Эй, кыш-кыш-кыш, параши там. Наглый какой-нибудь. Ты это тоже видишь? Или мне глюки? Угу. Тут утки прям наглые вышли на нас. К нам. Прикольно. Дима, ну это первый раз в жизни такое. Маме надо быстро кинуть. Они тут за три жрут. Корм жрет твой Дима. Да пускай жрет, ничего. Слышите, я там учился, не так, дайте нож. Да не надо. Уточек. Уточек вообще нельзя так-то убивать. Это тоже уже происходит. Вон там две жирных таких, я вниз. Они внутри, смотри, идет. Ему нравится, смотри, что. Остальные боятся, смотри, подойти. Это только ходит, ходит. Я вообще наглый какой-то. Этот вообще расследует, ему похуй. Ну, все. На чашку напали на мой. Тима, а то, смотри, съедят все. Ну, у меня там еще есть. Ну, они есть хотят. Спасибо. Эй, хуя, будет нахуй. Нихрена их там. Я первый раз вижу, как утки едят. Я первый раз уточек вижу. Хера вы троглодиты какие. Вот это тоже видишь, смотри. Ну да. Я стою курю нервно в сторонке. Вы что, говорит, жрете? Мы тоже хотим. О, жрачка, говорит, бесплатно ни стоит. Ни хрена не поедают. Одни жрут, другие, короче, это. Там кто самый первый пришел, он там до сих пор стоит. Дима, сейчас они уже мясо начали есть. Попробовал мясо. Один. Здрасте, это мясо. Он мясо один попробовал. Он не трогал этого? Нет, он его просто попробовал. Хуя у динозавры, блядь. Смотри, залез, смотри. Ты это видишь? Угу. Прям залез. Перевернули. Дима, пиздец твоему корму. Смотри, все прибежали. А? Что будет, если подойти по-тихому? Они сбегут. Они труслявые. Они бегут. Давай я со своей стороны поснимаю. Да, поснимай со своей. И Дима смотрит, да я тогда не вас хотел кормить. Ну да, Дима, так и не им покупал рыбку. Перевернули чашку. Вон там одна. Пацаны, утиные эти. Слушайте, мы вам корм даем, может вы нам это? Утки 1500. Может вы нам это? Яйца? Или... Может вы нам рыбок подарите, мы не против будем. Я тоже вам еще корм разведу, сама лично. Да не, это чайкам надо предлагать или пеликанам. Угу. Не искать нахуй, пошли. Смотри, это вообще на голову прям ходит. Вот. Вот, да, вот он наглый. Вот он наглый. Ходит здесь. Вот он. Самый наглый. Нет, тот просто разведывает обстановку. Вот они. Он
может, это просто постарше будет. Ну, смотрящий. Может, смотрящий скажет, не трогать, не трогать. Не трожь лесу. Не попал еще. Поймали. Что-то они после этого корма ходят пить и опять назад прибегают жрать. Ну, вот и понимают. Вот они не пьют. Они запивают, чтобы лучше вы, ну, прошло желудок. Господи, кому сказать, не поверить, что мы поехали на рыбалку, за место рыбалки к нам утки присоединили. Причем орала. Они, кстати, вы поставили на место чашку. Ты точно это прикармливал этих рыбок и уток? Так, самый трушливый там стоит. Плавает, точнее. Все, банда собирается уходить. Закругляться, сейчас доедают последний. Вот обнаглевший там. Нет, пиздит. Все, пацаны, до свидания. Пока. Нет, один такой решил попрощаться, но такой, ну нафиг. А может тот, посмотри, тот убегает, эту, уплывает. Ты заметил, тот по его начал отходить, если пошли, все, видишь? Ну все. Не знаю, где не дали. Посмотрим, сейчас приплывут обратно, нет. А что, мамка, там есть мама с Пашей? Тут есть главарь. А где мамка? А мне это, может, не заменяют, или сестра старшая. Уточки классные. Опять тут. Слушай, ты ведь не понимаешь, что пойти ничего по халам перед много. Ты что, перед самим стоишь перед? Идет самый наглый. Самый наглый, наверное. Он прыгает, прыгает. Он прыгает начал. Опять прыгает. Он как-то странно ходит. А, у него лапка. У него что-то с лапкой. С левой. Сломано, наверное. О, вот. Который на нас возле кустов. Сейчас я тебе покажу. Вот, вот, вот. На камеру быстрее. Вот, который спрятался. Это хлеб. А? Зима, у тебя спиздили. Они еще дерутся за него. Он их еще намочил, смотри, какой он умный. Угу. Дерутся за него. Зима, это прикольно. За хлеб дерутся. Бокс домашний. А я, говорит, спит. Ему, говорит, у нас выходят сразу. Слушай, Дима, мы подкормим, это уже считается, что они наши, да? Один тут самый наглый ходит. Хлеб стоит, смотри, 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 смотри. У тебя мясо воруют? Мясо не трогайте. Да не, утки мясо не едят. Короче, он хлеб спизил, смотри, за ним орава пошла. Самый наглый здесь. Кукуруза, пленный. О, видишь, у него сладко. Чего у него сладко? Сломан? Видишь, прыгает. Опарыши, блядь, иди.
Только хвостиком тебе помахал. Ну иди ты. Бедняга слабкая, сломанная. Чашку. Ни хрена они там полчашки схавали. Знаешь, как жрал? Я с самого начала на один такой, который, короче, там Сан-Никлс. Вон он. Сан-Никлс. Целая арта. Это же считается домашнее хозяйство почти. Ку-ку, до свидания. Все пиздит, Дима. Ты смотри, что по парышку надо пиздит. Сегодня у них пир был отличный. Ну да. Те, которые там нажирались. Ну, по-любому тебе было подарено. Все, ну, короче, где-нибудь. Сюда пошел. Посмотри, что там есть. Слушайте, давайте его сразу зажарим, вот костер недалеко. Ему нравится, походу. Это фашист. Нет, это суицидник. Ты знаешь, что они маленькие? Ну, они не так уж сильно шугаются. Кого? Не так уж сильно шугаются. Пошел, попил быстренько и такой обратно. Интересно, они только к нам вышли, мы их не трогаем, или другим тоже выходили? Ты что, решил эксперимент сделать? Они этого корма не уйдут. Они это ушли. Ну, сейчас, говорит, нахуй, говорит, жрём, говорит, пока он, говорит, пока он не схватит того из нас. Не сказать, что они уже шупливые. Правда, не сказать, что... Всё, всё, сваливай. Напугал ты их. Много съели. Сваливает. Ну это цапля или кто, чайка? Последняя уточка. Замыкающая, наверное. Дима. Дима рыбачит. Рыбки булькают. Маша, привет!
Привет!